Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Уборочная страда в самом разгаре. В этом году на поля крестьяне вышли в конце августа. В арсенале у них современная высокопроизводительная техника. С начала кампании аграрии уже убрали 62% посевных площадей, сообщает в Управлении сельского хозяйства. Урожай в этом году вырастили больше, чем на 3 миллионах гектаров, из которых почти 2/3 уже скосили. Сейчас идет активная уборка зерновых. Местные сельхозтоваропроизводители обмолотили 1 864 000 гектаров. Это чуть больше 58%. Намолот составил 2 788 000 тонн. Средняя урожайность по Северному Казахстану 15 центнеров с гектара.